Всем здорово. У нас новый гайд по новой игре. Очень простой, быстрый. Это Farm Machine. То есть для начала нам понадобится открытый проект. Он находится в базовых. Он очень быстро открывается в самом начале игры. Расширение меню транспорта позволяет вам привозить транспорт в любой торговый город. Желательно при этом иметь открытый проект, эффективный сбор машин. Вовсе не обязательно иметь это открытый проект. Он просто позволяет больше денег зарабатывать. Этим способом можете фармить с самого начала игры. Приезжайте. Вот у вас начальная локация, Вайнленд, и приезжайте вот сюда, в торговый город Ствол. И, соответственно, будете привозить сюда машины. Машин вокруг очень много. Место две бандитских базы. Собственно, вот маршруты. В этих местах больше всего машин, а так они появляются вокруг ствола в большом количестве. Самый разный транспорт вдоль дорог. Но мы будем возить из двух этих точек. Это приносит очень много денег. Вам хватит в начале игры прям в самый раз. Просто приезжаем, берем и возим тачки. Туда-обратно. И далее везем обратно по прямой, не сворачивая. Очень быстро и удобно. Дальше у парковки зажимаем Е. И сдаем машину. Желаю удачи. Системы активируются. Собирать транспорт можно вокруг города, вокруг торгового центра этого ствола. Вы можете заехать на точку, которая чуть севернее, которую я тоже отмечал, называется ферма Йоминов. Плюс там есть танк и бульдозер. Технику, которую вы сдаете в первый раз, за нее вы получаете автодетали, за остальные вы получаете деньги. На этом гайд по сбору тачек мы заканчиваем. То есть в этом патче он работает. Также будут обязательно другие гайды, другие ролики, геймплей и все остальное. Кому интересно, ребят, ставьте лайк. До связи. Нужен